Не получше просто краш делали и все. Не парились со своими ребутами. Так это они по, так краш, это типа сервер лагает, так они якобы с понтом это мы сами делаем, понял? Ну хотя бы там за 10 секунд взяли, крашнули и все. А дайте пати мне. Ой, блин. Листайте в ей, кому пати. Я не знаю, бета-тестер состоит в пати. Надо было нажать покинуть. Тело. А кого еще не хватает? А, Саша не хватает. Нет. Сейчас попробую роутер перезагрузить. IP, главное, чтобы поменялся. Если что, идите на чем. Надо ранец кому-нибудь, у меня остался. Да, если давай. У тебя ранец остался? Ну, посмотри, вон, видишь, там. А ты прыгать можешь? Нет. Знаешь, куда она? Так-то прикольно с ранцем с этим остаться. Он персональный. Чё, прикольно в бан улететь потом? Показываешь, что это не ты багнул его, он сам багнулся, да? Ну, я, короче, это один раз баг нашел, у меня големы бесконечные были. 4Т5. Тебе дали за эту фигню, за баг дают, должен давать 5 очки. Нифига мне не дали, я просто написал, как получить баг. Они его исправили по бырику, и все, ничего мне не дали. Несущественный баг? В смысле несущественный? Я мог ДПС там 60-70 тысяч давать. Но не делал уже, баг исправили. Ой, пиздец. Косяк. Давайте бить. Надо было дать 60к ДПС за скрин. А есть кому танчить-то, нет? Войд есть. В дешером. А мобы резнулись? Ловушки-то резаются после ребута. А какие вы там ловушки нашли? Чумки, ловушки. А нахуй вы в чумку поперли? Ну что, репати, блядь. Ну, наверное, в чумку тогда пошли. Ну, пошли в чумку. Я думаю, ну, принцов их ждем стоит. Чумки квест сделать. Успеем? Еще 2 часа есть почти. Я не знаю, нифига не хотит, я и так, и так. Ты у тебя зайди, где у тебя провайдер, кабинет, посмотри свой IP, если у тебя типа, не поменялся IP, конечно, тебя не пустят. А за что ему вообще IP-то сбагил? Хрен знает. А престам бывает, банят, ну. Я тоже престом играл. У меня больше 1000 банов было. Это просто сервер от меня, я от него бывает горю. А ты попробуй поменять, там же ну, типа вход можно поменять. Я поменял. Все, красавчик, заходи. IP 10.09.15. Пойдемте направо вначале, ребят. Да ебаный рот, а. Ну, с направо. Давайте сразу на это, пошли на Валю. На правом есть шанс вайпнуться. А левом... нахуй, на, пошли на Валю. По-моему, везде есть шанс блядь, вайпнуться, блядь. Если тупить. Слушай, а как ты на правом вайпнешься? Ну, мало ли от слизнюка, кто его знает. И, да, от слизнюка могу взорваться. В смысле, слизнюк, он не успевает стаки набрать. У вас хил, блядь, оглушенный. Тебе говорю, я с пугами ходил, он 2 раза взорвался у нас. Эй, не трогай меня. С пугами меньше ходить надо, чтобы не взрывалось. Меня тогда никто не взял. Ты думаешь, от хорошей жизни с ними пошел? Да, я бы либо сам собрал, либо вообще бы не пошел. А чем будет? Откуда ты знаешь, какой пуг? Ну... Как-то у меня получается, блядь. Они манцевать что-то начинают, какую-то фигню нести, еще что-то. Ладно, сейчас свои, а вот если бы пук был вот такой, как троянский, я бы его сразу выкинул. Не понятно, черт. Че? Черт. 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 Все, погнали. Ау, да, смотри. Ила нет, у них хватает.
Если Пук начинает там какую-нибудь свою новую тактику втирать, сразу пикай его и все, не думая даже. А разбирать потом. Если Пук оказался вдруг и не Пук, и не Рак, а так... Сейчас создам тему. Напишу. Если но... сразу не разберешь, плох он или хорош. А что, тебе пор не пускает? Угу. Что, перерыв? Тебе надо что-то с боссом? Мне? Он да. Хил. Нет, мужчина. Ему надо. Он нам нужен, чтобы убить босса. Вот что нам. За три дерева есть, он скачет. Не, я отхилю этого босса. Если хотите, поехали. Что-то я не доверяю, я одному дереву. Нет, ну я могу в хила попробовать. Не будете блювоту ловить, как долбоебы, все будет отхиливаться спокойно. Так что я вам. Если ему не надо ничего, давай в хила. Ну ему квест, наверное, надо. Квест ему надо. Квест надо, да. Все моменты есть. Ловление блювоты. О, все. Давай шкаф, где там блок? Сняли. Сняли баны. Да это не бан был. Прикол в том, что на сайте пишешь, что нет, но зайти все равно не могу. В смысле, все равно не можешь? И опять мне дали. Просто уже этим временем попытался зайти. Так это тебе ответили что-то, нет? Нет, я только тему создал, отправил, все. Обновил страницу с личного кабинета, все, типа, я могу заходить, типа, не заблокирован, написал. Захожу в игру, не заходит. Обновляю страницу, опять заблокирован, только временем, уже вот только что этим временем. А как вообще людям, у которых нет роутера, допустим? Как им, блядь, менять IP? А вот обычный модем, который, знаешь, типа Йота, там, Теле 2, там вот такие, они постоянно, каждое подключение, они разные IP дают. А у меня домашний. У меня статические IP постоянные. Статические IP мало у кого, кстати, есть. Я не меняется, в смысле. У меня в сетевую карту интернет, ёпта, подключен. У меня так же? Ну еще раз пробуй. О, у кого-то тоже. О, тут много у кого. Тебя на форуме начали строчить свою тему. Но не у меня, просто еще тему похоже. Я, Женя, может тогда 5 минут перерыв, к тому времени может что-нибудь. Давайте 5 минут, ребята, кому надо. ВД-тестер, АФК. Все, все тут? Так, лок, шкаф. А что вы с самого легкого решили? Не дай бог, на чуме вайпимся и без этого останемся. Да, слабаки просто. Стояли где надо, нет. Бежали туда, куда нахрен пока не надо. Сбаламутили всю воду. Тест. Шкаф. А чё шкаф, он здесь уже? Такого в Дискорде не было. Так, сейчас. Так, давайте рыбу дам. Где твой волк? Замри, не двигайся. Чё, Геру на следующего, на этом? Геру, мы же без танка будем следующего брать. В одного? Ну, давай на следующего ставим. Давай. Можно так, чё тогда? Может стаки снять баблом. Трояныч подержишь? Ну, слезней, да? Да, да. Да. Все встаем под жопу босса. Все. Под жопу, под яйца, прямо в кругляшок надо вставать. На готовность. Войд. Я дам из третьей хант. Кому? Ханту. Жадина. А кто? Чем я... Поехали. Че, Геро сразу будет? Нет.
Связи слизня. Вот это Сань. На мне. Я не могу их забрать, пока они не свидят. Я вообще половина аддонов не работает. Сейчас второго готовься забрать. Второго, забирай. В таком-то есть дебаф? Чего? Дебаф? Да, да, я полутал. Да, мне тоже есть. Не знаю. Давай. Готовься, забирай. Я на хилаша ее возьму. Забирай. А нашего хила не надо? Да, пусть забирай. Мы смотрели. Покорил лобус. Класс, с ним на шею. Но на мобильном интернете я точно на основной РТ не пойду, потому что я, у меня просадка чувствую. Мне кажется, ник, кстати, подлагает. Это забаганный, слышишь? Да. У меня? Да. В смысле забаганный? А на нем ролл что-то чересчур дохуя. Да? Че, Войд, да? Войд, че ты говоришь, че ты подлагивает? Я ничего не говорю. А или кто там говорил? У меня подлагивал, я замечал, маленько чуть-чуть. О, есть маленько. Ром, ты же шмот на хила удалил. Я знаю. Все под босса споры взрываем, потом разбегаемся. А че, нет в РДД? Одну в миле, вторую в РДД, нет? Нет, я сразу Роман, все жмем. Я Роман. Я же сказал, я релогаюсь. Да. У меня половина аддона, потому что не работала. Почему? Первые две вместе все складываем, да? Да, потом... да, да. А потом выбегаем. Стоим. А потом просто разбегаемся, встаем и больше споры не сносим. Хилы, РДД, только не сакайте, сразу вынесите, а то заблюете. Получили болячки, ушли. Так, ладно, мне после уже целка. Напишу им. Я бы шею, кстати, взял на хэпала, если уступить. То у меня без дырки там совсем хуёво. О, мы чё ждём? Работали аддон вроде. Чё, уступишь шею? Или... Да у меня совсем нету шеи на хила, а то что-то меня просит спека за последнее время. Ну если надо, прям отдам. Ты же не лучше не делай вообще спек. Не делай просто и все. У нас их самых дофига, да, не делай нафиг. Будьте лемом. Ты же хотел лемом. Если можешь уступи, а то я хилю сейчас. Давай это пул. Сейчас, давай после босса отдам. Женя, ты опять будешь хилить по КД, если ты сделаешь спек. Во-во. Скажите, когда. 4, 3, 2. Че, все тут? Да. Сплагерую. Потом. Не, после, это... после спор. Как разбежимся, потом уже Геру дашь. Главное, Хант, не забудь подбежать. Полутай спор. Кучней тут. Встаньте прям в кучу. Ближе, 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 а тут только полутаете, а не блин. Все есть. А на мне одна тут. Ну, все, ну значит, подбежишь к кому-нибудь. Геру давай. Нет. Ренжу, это держи. Две мало, то есть двумя может шотнуть. В десятке нет. В десятке всегда так делали.
Мы тогда ходили, но меня чуть не шотнуло. Ты с каких-то вообще инвалидами выходил? С вами и ходил на том КД, блядь, когда я третью не поймал. Сейчас скоро сейф надо будет сдать. Через 17 секунд. Что-то не пойму вообще, почему у меня ДБМ так херню какую-то показывает. Пусть мне так. Старый, наверное, такой. Да, прикол в том, что шестировский. Вот, сейчас сейф надо нажать будет. А у меня как раз расовый откатилось. Сейф нажать? А, ну уже смысл. Убили. Ну все, пойдем сразу квест давать. Подходим, а давай к, это... к лесенке подбегаем, ждем всех, а потом сдаем. И кольцо тоже здесь. А почему бегать туда сюда? Пошли, профа сразу. Не-не, давай сдалим. Если мы на профи умрем, кольцо квест нельзя. А вот дырочка хорошая. Я же говорю, он это так, видишь, у него ролл везде подкручен. Женя, дай кольцо. Давай обмен сейчас. А, ты где? Вот. Войд уже, да? Ну. А, дерево? О. Дерево. А шею не заберешь? Шею нет. Давай всех. Три человека подойдем. Сзади, до лесенки подбегите, ждите. Ой, там. Сейчас да, не сейчас переживайте, ждем. Сейчас Войд по группу вытащишь, не переживай. Да хули у меня подруха? Там это или как она? С магикой или откуда? У меня с этого. С ИВК. Плач. Давай, пойдем все. Давайте, багрухи всем. Кому, шеф? Войдух. Обмен, дай. Нихуя. Даже ежик не дали. О, козула. А пояс хороший, пояс. Величественный циркон, бля. Пояс упал. Ну, красота, короче, лакирок. О, пояс. А, Роман, еще лакирок, блядь, здравствуйте, на. Привет. Раздал весь шмот на хила. Кольчужный, да, пояс на шамана? Да, кольчужный пояс. Да, пояс на самом деле не знаю. На хила хороший. Да чё хорошо, ну типа за очки доблести с крипой, мне кажется, покучек. Не знаю. За УД лучший пояс на все классы. А сколько он вообще стоит по деньгам? Да как не на все раз, там пояс хороший за УД. Ну, на кольчужников и латников точно лучше за УД. Хуйня, зачем тебе пояс, который РПБ не дает? Так, стоп, никто не заходит. Никто не заходит. Мы про кастерский говорим. Нет, ты... Джипси, ты не понимаешь, обязательно должно быть РПБ. В любом за 10 шмотке. Его продать же можно, этот пояс? Да. Я думаю, да. Чё, краш-тест сделаешь, да? Только успевай продать, а не через месяца-два будет уже по 400 стоить голды. Через завтра я уже не играю на этом сервере, так что разницы нет. Тогда отдай пояс, блядь. Куда ты зашел? Куда он побежал? Нормально, нормально, багаем. Так ну как? Раз. Можно, кстати, там создать перса по вырику, качнуть голды на формите и поменять ее на X4, чтобы была голда. Бля, что-то как кого создавать? Варлока, паладин или ДК? Чем мы тут стоим, когда мы могли бы там стоять? Да, еще и репу дают. За жуков. Так все равно их бить придется, они не пропадают. Нет, ну, не придется. Ну я и говорю, зачем мы сейчас здесь остались?
Не знаю, проще. Я уже привык на сервисе такой фигни страдать. На команде. Такая у меня шея, блядь. Нормально? Дырки-то нет. На хули пала-то она лучше, на чем хули пала, мне кажется, да, лучше. Ну там за счет дырки больше статов будет. Нет, ты ошибаешься, серьезно. Этих-то репу точно дают, я их сейчас написал. Теперь бой висит, блядь. Ну так вот. Сейчас я убью, да. Не будет боя. Кто там у тех заговор? Всего я убил. 32 репы, бля, охуенно. Было бы больше, если бы мы стояли. Да. Че, Женя, поводишь? Так, ну, Троян в Абане, в Абаме. Ну че, я повожу. Ой, я никогда не сидел там, не советую. Он там краш-тест. Краш-тест умеет сидеть. Давай я посижу в Абаме. Ну пусть это Рома сядет. Я Абаме ради накидаю. Да, пусть тогда Рома садится. Тогда скажите, стаки кто-нибудь умеет воровать? Тут не надо ничего воровать. Что ну, думаешь, хватит стаки, там? Блядь, во-первых, не воруются, блядь, а стаки вижу. 0 урона, 6 стаков, 0 урона по рейду, блядь. Нахуя что-то воровать? Ну ладно тогда, пофиг. Вы ж тут были. Тут главное на зеленых слизнях в кучу сбегаться. Че, я этот самый, я водяной, да? Подожди. А тут все знают, что делать, я надеюсь? Да, вроде, да. Посмотрите. Ну, пуляй. Пей. Три, два, один. Абама. Давай мне эту. Да, уже все. Хорош. Бля, это лужа. Ладно, нормально лужа. Нихуя, это не вы лужа. Выпить, выпить, выпить. Сушняк, сушняк. Если сразу выпьешь, тебе потом раги не хватит. Хватит, у нас друид есть. Ну, может быть. Ну, уже вон 60 был. Зеленые сбежали. РТД в одну точку. За спину чуть-чуть встаньте, Мавару. Нас. Вы звери. Звери. Ой, нас перевели как хорошо. Так. На ком. А, не будет оранжевый-нибудь? Да нет, пока конечно, не будет. Будет? Но. Пока нет. Это еще откуда? Перемешки. Аккуратно. Джипс словит ремень. Бомбы, бомбы. Милишники. Это тестер. Косячишь. Я буду красный. Смотрите. Далеко не отбегайте от хилов, чтобы вас пропить. Ром, готовься, плевать. Джипс побежал. Хорош. Колбы. В РДД летит камень. Зеленые, сбежались. Так. Пельмени. Бомбы. Ой, бета-тесси. Ой, бета-тесси. Второй раз тутает. Вагонище. Красный. Пельмени 5 секунд готовьтесь. Ну стопните, там фаза кое скоро. Да, стопайте, стопайте, стопайте. Пельмени летят. Красный побежал.
Ёбаный вот. Блять, станешь? Блять, ну ладно, нормально. Бей его. Нормально, он дотикает сейчас. Я сейчас тебе дам иннер. Да не надо иннер. Да, а чё, куда мне его? Я дам, что ли. Так, подальше от лужи отойдите, по-моему. Пельмени аккуратно, тоже готовьтесь. Химбомба через 5 секунд будет. Бешенки уже в розы, бейте. Бомбы отошли. Пельмени полетели. 4 стака забирает Рая. Это было не Рая, но блядь. Я не помню. Да. Красавчик, ну забирай, держи. А ты не замечаешь, что надо, блядь? Блядь, ты вот сюда на тупо не подумал. Тихо, бомба, отошли. Ну похуй, ладно. Похуй. Стойку врубил, блядь, пошел. О, Жень, смотри какие. Да. Вторые взять, что ли? Или да. Это тестер надо, нет? Не перчатки нужны, свальки. Опять выигрывает, бля, посмотри, у него ролл просто за 90, нахуй, за 80. Не я нажал, не откажусь. Я понял тебя, да-да-да. Но все равно 92. А ну, ролл, чате просто ролл написал. Ну-ка быстро, да, ролл написал. Или бан. Не, он подкрутил, чтобы мало было, мне кажется. Вот смотрите, вот это настоящий ролл, видите? Ну, это такое. Только к сотке. Бля, вот. Такое. Я покажу мой топовый ролл. 54. Это мой топовый ролл, на самом деле, был. Больше я не кинул. Чё, померились роллами, да? Довольно. Да, померились. Там саранит, кстати, добавили с рестартом. Чё? Пиздишь. Я вообще так думаю. Да не, пиздишь. Они бы из этого новость большую сделали. Мне кажется, там бы уже в чате продавали саранит за гол, блядь. Кто в курсе? Ну, вон уже покупают. По 35к много. Купите... Ой, киньте каску, купите каску. Ну, по 35к саранит, если он только 10. Да не, ну, я не знаю, сколько он должен на Д стоить, чтобы на 35к его продать. Как сферы будем поднимать? Хан, давай на сферах. Если что, я помогу. Я один, блядь, не смогу, я точно. Ну, разное, в разных сторонах. И пет лока, еще. А, давай пет лока, я помогу. Папу тебе мамару МП5. Да не надо МП5. Кому надо, блядь. Ладно, ладно. Надо, так надо. Да, алло, привет. Давайте минуту. Так, чё, Троян на ком у нас? Попозже. На колесет. Минимум через пару часов. Давай. Колесет объем точечно. Давай РЧ уже допоедем. Да бета-тестер написал одну минуту. Да. Это гонит по ходовой. Еще раз. По 30 там рядом. Я погляю, дал надо. Ребята, уже через час 20 уже РТ. А что за РТ? Куда РТ? Давайте без него начнем, вот проблема-то. Груль. Давайте без него начнем. Давай, РЧ, да поехали. Я первый буду болеть. Че, враска, эти сверки, ему из чего лоб помоет. Вот. Только ты это, за вот этот не уходи. Ладно, сам. Рояныч, давай. Мы тебе верим. Подведите ко мне сверху, блядь. Выбирай. Пуль вражка. Я напуливал с пула.
По Келесе тут точечно близко не подходит. Троян, где твой стак? Ну, на мне. Ну все, хватит. Ложимся. Опусти сферу. Падай. На мне две сферы висело. Ну, почему? Мало. А их всего три, блин. Ну, не может такого быть. Ну, да потому что первую Рома загрел, она была на том... давай, да. Не Рома загрел. Первую меня убрали. Но так, две было всего. Ледяное прикосновение даешь, и все. Давай так, я расскажу, как было. Мне вообще не надо, карпанч. Летит щит в босса, летит щит в сферу, сфера подлетает, я даю бурю. Вопросы? Это буря? Летит щит. Щит отскакивает от босса, попадает в сферу, сфера подбегает к нам. Я даю бурю, сфера на мне. Вопросы? Ну буря же виновата, я правильно понял? Нет. Рома. Я за сферами гоняться, но не буду же. Ну я гонялся. Да, он не должен гоняться за сферами. Он, я гонялся. Просто ДДшники, будьте внимательны. Но. Смотрите вокруг, в любом случае. На чё? Вокруг чего? Да, и, Ром, я не конкретно к тебе говорю, я в целом, вот на будущее. Так все и так знают, что мы... Ну, стой, вот, стой, да, стой, стой, стой. Если на вас сверка, и вы видите, что до танка далеко, что трудно подбежать, ДПС хватает, тут главное, чтобы танки выжили. Сверки не падали. Сверху переагривает любое нанесение урона. Да я грибоносец. Даже если ее ударишь в мели, а там будет уже разлита сверка, обратно полетит. Если танк не достает, то она не полетит к нему. Промолчу. Да тут, блядь, такая ситуация, тут хуй поймешь, кто не доиграл на самом деле. До кого доебаться, вот тоже. Просто не прохилили и все, танк. Все. Да, да. Согласен. Он же прошу ПКД, сори. Сори. А я думаю, что дерево плохое у нас. Хилы стрёмные, но... А, это все станки виноват. Который определён. Бля, игруль магик опять собирает, ты посмотри, а. Через кого ты решил голды заработать, да? Типа украли? Это же его тим, по-любому, 100%. Все, готово, давайте каски полки там. Так, надо еще поспать сегодня перед открытием сервака. Тверты какие-то придумали. Какой смысл, ты хочешь кого-то первым взять? Нет, я просто хочу начать играть. Какой смысл в куче лагов с большим народом дрочиться, это не игра будет. Мне это и нравится. Я ж мазохист, и садист, два в одном. Не, а, да, я дам. Да. Попадаются в рейдах новички, нахуй. Я могу и 10 раз вайпаться, и 20, и похуй мне. Пока не научится. А ну что сразу наберите, ребят? Где джипи стоит? Он сайт пошел, написал. Собачка отлетела. Я его похилил, мало. Че, принесешь ему сферку? Как она? Ну вон сфера, ну вон, Трояныч, ну она не на ком, просто забери. Ну с чем ее носить? Да, забирай. Так, вот почему урон по сферам проходит? Все, хорош. Все, на нем три сферы, вы его должны выдержать. Вон еще появилась одна. Забирай. Да? Я вижу, посильней. Не за что. Вон еще появилась одна, ебать. Да. Спасибо. Да, да, вон появилась. Там же. Сет. Что это за байда летает? Вот это вот.
потолок возле двери. Погнали, народ, надо трепещать. Нахуя Геру? Быстрее. Да ладно, следующее, ты что, гонишь? А, вообще... сейчас. Еще трэш будем чистить. Потом ребут какой-нибудь будет, потом вылетит кто-нибудь. Иссы, откатится. Чувствуется, да? Чувствуется, да? Хант маленько ты делал, а? Что, твой волк не умеет грызть сферу? Подайте сферку ему. Чем он может, но там он будет промахиваться. Мина цели. Сзади. Смесь там. Чуть-чуть бы раньше. А, дерево, не беги ко мне, дерево, не беги ко мне. Ой, сори, я не. И ко мне там нельзя тебе каким-либо образом. Я вроде и держу, но мало ли. Так все, сейчас килисет будет, сейчас ты сдохнешь, короче. Давай, держи. Падает возле стены прямо. Джагай, джагай, джагай. Давай, Лок, я в тебя верю. Падай, поднимайся, сука. Поднимайся, падла. Нет. Моя королева. О, хорошее кольцо. О, почти венха собрал. Крит хоста. Так. Отставить венха. Блять, ну сила нужна, ладно, хуй с ним. И это тоже танк на этом бойсе? Да, тут два танка нужно. Да не, может, ну там второй танк надо вообще вафли какая-то, может, лучше подамажа какой-то спектр как будто. Ну ты можешь, в принципе, в ДД стоять. Что за лаги? Где его? Я его не вижу. Я сегодня выиграю хоть что-то. Вагон. Картошки. Ты все равно не будешь играть. Аргумент. Игра чувствует, кому не надо давать. Да. Романыч, тебе надо это кольцо критхаст? Вообще-то. Ну ты все равно играть не будешь. Играть не будешь. Ну кинь обмен возьму. Да ну, У меня там какой-то гессенит его здесь. Че, кого первого кусать будем? А вы меня прохилите, если я в ДД буду? Я стал там рядом. Ну, да, если ты будешь панцирь сжать, ну, магически, то я думаю, периодически прохилим. Ну, пока да. Короче, за ХП своим следи. Если что. А никого танка вообще нет, чтобы стать рядом? Бич танка даже. Да сдохнет бич танка. У нас это, латников-то особо нету, нету. Сука. Набрали, блять. Ну, типа Рому в этого. Кого? Ой, подожди, он... ШП. Женя гламура в танк, ой, в хила, а друида в танк на время. Не знаю, помнишь, у нас прикалывался этот демон танк? А, нет? А, демон танк, ну да. Демон танк. У меня есть как бы билд, но там... Но там не соки, как ни хуя. Я знаю, что Келисета можно дестом танчить. Но Лану демо танчить не получится, потому что она бьет магией. Она бьет. Это что, Ромбл, короче, одна боешка зависит?
Это просто вначале был завышенный шанс, а сейчас нормальный шанс. Так и есть. Так и должно быть. Так, что по укусам? Кто у нас первый? Смотри. Ну, первый словит лок, скорее всего. А, ШП. Ой. Саня, хил. Я буду... Нам ШП и лока первых надо. Однозначно. До третьего по Грокке, по-моему. У нас единственный минус, у нас нет Гера. Да и похуй. Есть 5 поездка. Пять минут. Может, вайпнемся? Трэш, да подожди, сейчас трэш добьем, пока начнем видео уже откатить. Нахуя вам Гера, вы чего боитесь-то, блядь? Ой, а страшно, ты чё без Геры-то, а? Скоро сходили сюда под Гера, секунд 10 били всего. Так, ну-ка подожди, ты же не будет, дай пускай. Остальные 30 минут, секунд молоко. Поглаз, 1% крита теряет. Ой. Нам что надо сделать, чтобы первый ШП поймал, да? Либо лок, либо ШП. Лок и так поймает, скорее всего, он топ ДПС. Лок, ты кусаешь Джипси. Джипси подойдет к тебе перед это. Понятно? Все, ну, ставь. Все, все потом... тогда. Потом бы так, тестер там в Раска, Романович тогда. Директор, понятно? Где? Это Трояныч, ты там в одном кинте бежишь и стоишь там, в лицо бьешь. Я встречаю просто под властью, я ничего не играл. Иди, иди. Что больно-то? Я ничего не делаю сейчас. Таунт есть? Бежак. На поле война напала. Да нахуя, держи ее и все. Прохиливай, я понес метку. Ёбаный! Че там, хилы нормальные у вас все, блядь? Там, это, не слагайте, это самый изи босс. Ревность не истечу, нахуй. Ближе подойдите к боссу чуть-чуть, будет вам проще сносить с эту метку. Разбежаться всегда успеете. Че, 80 зрел. Короче, если типа два Джейкс. Шамана и прист и ретрик помогать не будут, с хилом мы сдохнем нахуй сейчас. Так что, блядь, все в ваших руках, нахуй. Да не, нормально все. Ну да, ну да. Прожимов нет, ревность не прокнул, блядь. Разойдитесь, разойдемся. Нормально. Джипси, подойди к этому. Шипы подойдет. Стоит. Джипс, ты. 7 секунд займем кому. Тотем, бета-тем. Побежал. Центр, встаньте, хилы. Где-то там. Так, так, так. Все живы? Так, гимн пою на всякий случай. Давай. Ламур, тебе жить надоело? Сколько времени до укуса? Я короче в Раску. Время сколько до укуса? 7 секунд. Хан побежал. В Раску. Ну? Романыч куснул. Давай я к локу. К локу, локу, вот я. Все, я куснул Романыч. Фак. Я не секунду. Я антифира пока нету.
Зеленка 5 секунд. Да уже объем. Думал. Я с нихрен убьем. Кто в нас не верил? Блин, про Януску уже огребает, блядь. Кто в нас не верил? Вот это пояс охуенный, да, впало. Да, в 10 гер придется в шахматном порядке выставляться. 10 гер придется пострадать. Нет, там шахматный порядок и все. Выставляешь 5 меток на тер. 2 танка, 3 милика. Либо сколько, 6 меток, в зависимости от того, сколько РДД и хилов будет. И нормально все. Вообще все легчайше делается. Реп-то мало дает. Я думал, мне хватит. Нормально, за фулл инс 12к, что ли?